Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. А начнем мы его с вами с распаковки костюмчика. Заказала на Вайлдберрис для Ксюши. Сейчас все вместе с вами посмотрим, примерим. Так, вот он мешочек. Все пришло в таком пакетике. И вот такой артикул сразу вам показываю. Будем рвать и доставать. Приятного цвета костюм, почему-то вам камера делает его бледнее, но Ксюшка померяет, будет видно. Да. Да, видишь, камеры какие капризные. Так, это у нас с вами магазин Cozy & Warm. Вот так выглядит этикеточка. Костюм называется Double, лиловый, в размере 46, 80 хлопок, 20 полиэстер. Изготовитель, Московская область, наш производитель. Это футер с начесом. Правила ухода. Как здорово, что на этикетке написали, потому что первый свой костюм с начесом я испортила. И очень круто, посмотрите, как сделан капюшон. В ивановском трикотаже таких костюмов нет. Он и внутри у нас с вами тканью обработан, то есть он двухслойный. Он двухслойный. Он не выглядит... здесь не футер с начесом внутри, когда многие производители делают. А внутри тоже ткань, то есть все смотрится достойно. Вот такая горловина. Здорово, что без завязок. Меня вот они, если честно, раздражают в последнее время. Интересно скроен рукав. Резиночка. Интересно скроен кармашек. То есть смотрите, как он сделан. Да, вот так от плеча прям. И здесь кармашек, они два, они не целиковые, они два кармашка, достаточно глубокие. Такие вот кармашка, резиночка. И вот как он выглядит внутри. Чтобы не испортить такие костюмы, действительно, девчонки, нужно стирать очень бережно, чтобы катышки не появились, да. Потому что это все-таки начес. Видите, выворачиваем наизнанку, не больше 30. Мягкие моющие средства. Сушить естественным способом. Да, в сушилке такие костюмы ни в коем случае нельзя, сваляется начес. И гладить при низких температурах, но я думаю, гладить эти костюмы совершенно не нужно. Развесить глажкой не требуется, да, все верно. Вот так, здорово. Пришел, кстати, на следующий день очень быстро костюм. Так, и вот у нас с вами брючки. Брючки с интересными пришивными кармашками. Вот такими глубокими уже, положи все, что хочешь. Вот такой вот широкий пояс, он, ага, пришит, хорошо. Штанишки внутри как выглядят. Так, и внизу у нас уже резиночка вот такая. Вот такая резиночка. В общем, мне очень понравилось. Сейчас Ксюшка наденет и все посмотрим. На Ксюшке, кстати, есть небольшой запасик. Года два, мне кажется, поносим. Он абсолютно точно не маломерит. 146 размер, он не маломерит, потому что у нас рост где-то 138 сейчас. Вот, он не маломерит, он классный, он объемный, он оверсайз. Покрутитесь, дам, пожалуйста. Сейчас цвет более-менее верно передает. Капюшончик одень, покажи, пожалуйста. Там есть разные расцветки, там есть разные фасоны. То есть кофточки рубашками, как сейчас модно носить. По-разному совершенно. Ну-ка, покрутись теперь. Капюшон объемный, классный, вообще все здорово. Мне безумно нравится. А руки в кармашки вставь и в кофточку, а потом в штанишки. Ага, и в штанишки. Вот они какие, такие стильные. Сейчас так молодежь носит. Тебе нравится теплышко? Классно. Вот как раз на сейчас, какая у нас весна, точнее уже почти лето. Вот только такие костюмы и носить. Крутанитесь еще задом, покажитесь нам, пожалуйста. Вот, вот так задом. То есть запасик небольшой есть, это здорово. Все, поворачивайся, малыш. Классный костюмчик, мне очень понравился. Ссылку на магазин и на костюм, девчонки, оставляю под видео в инфобоксе и постараюсь оставить в закрепленном комментарии тоже. Костюм отменного качества. А у нас весна. Вот такая вот она, холодная. Написано, с утра было 7 градусов. Ощущается как плюс 2. Завтра плюс 15, правда, на сегодня 8 градусов. И дождик накрапывает. Это конец мая, да? Вот вам, пожалуйста. Ну, не конец, вторая половина. Вообще обалдеть. Детская площадка наш второй день стоит. Никто ее не делает. Когда уже она завершится, непонятно. Так что, я так поняла, холода у всех. Пишите, какая у вас погода. Холода в этом году у всех, и весна не спешит к нам совсем. Готовим ужин. Макарошки с курочкой. Но вкусно. Лук обжариваем, присаливаем. Добавляем немного сахара. Кто не видел, я всегда добавляю, когда обжаривается лук, немного сахара. Вкус совершенно другой, очень мягкий, невероятно вообще
Невероятно вкусно, обязательно попробуйте. Жарим на сильном огне, а пока натираем на терке два помидора и чеснок, несколько зубчиков, зубчика три точно. Почему помидоры на терке, причем лучше на мелкой, потому что нам нужен сок. Можно добавить томатную пасту, но я больше доверяю помидорам свежим, да. И когда их натираешь на терке, вся кожура остается в руках и не попадает у нас, собственно говоря, с вами в готовое блюдо, она нам там не нужна. Вот так это выглядит, а шкурки остаются в стороне, они нам с вами не нужны. Еще обязательно, когда готовим с помидорами, со свежими, добавляем сахар. Почему? Если это не черри. Черри, они так сладкие. Если это не черри, блюдо будет кислить. Поэтому обязательно сахар. И все на медленный огонь. Добавляем всю эту смесь чесночно-томатную курку. Перемешиваем. И медленный огонь. Мелко режем курицу. Добавляем любимые специи. У меня это розмарин и мускатный орех. Все перемешиваем. И на среднем огне обжариваем пару тире, в общем, 2-5 минуточек на среднем. Макароны отвариваем. Расскажу вам свой самый любимый способ отваривания макарон. Вода закипела, да, подсолили, закипела вода, бросаем макароны. Сейчас, когда вода закипит уже вместе с макаронами, мы выключаем их, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут. Макароны закипели, быстро снимаем лишнюю пену, выключаем и накрываем крышкой. Все про них пока можно забыть. Курочка слегка подрумянилась. Берем стакан водички и выливаем сковороду. И тушим под крышкой на медленном огне еще около 20 минут. Как хорошо, когда ничего не шумит, правда? Вот так. Что у нас с макарошками уже через 10 минут. То есть без варки абсолютно закипела вода, мы выключили, да? Ну и потом сольем, и все. И они будут очень нежные и не переваренные. Курочка потушилась, макароны слили, добавляем их в курицу. Тщательно все перемешиваем и оставляем под крышкой еще на пару минут. Все готово. Очень быстрый, очень интересный способ приготовления макарон. Очень вкусный. Курочка получается необыкновенно нежная по такому рецепту. У меня такое любят все. Всем приятного аппетита! Следующее у нас немножко распогодилось. На сегодня 15, пока солнышко. Надеюсь, что дождя не будет. Сейчас покажу вам свой уход за волосами. Вот только что посушила волосы и что хочу сказать. Заново для себя открыла средство Faberlic. Сейчас объясню, что к чему и почему. Вот такой результат у нас с вами после детиспрея. Но я его вместе применяла с, господи, термозащитой. Термозащита, да, у нас с вами артикул 2703 и диди-спрей артикул, сейчас покажу все поближе, 8994. И что хочу сказать, плотные волосы, эффект плотных волос, диди-спрей, да, действительно укладывается, да, действительно есть объем, укладывается легче и волос плотнее. Не скажу, что они прям супер гладкие, там какие-то супер-пупер, как после ламинирования, нет, такого эффекта не ждите. Это вот именно для уплотнения волос для себя открыла, и мне очень понравилось. Если волосы пористые, пушистость более-менее сглаживается, убирается, и волос как-то становится плотнее. Поэтому мне очень понравилось. У меня долго эти средства стояли, они мне поначалу совсем не зашли. А сейчас вот именно диди-спрей прям хочу порекомендовать. Очень понравился. Прям вот как-то волосы плотнее. Они на ощупь, кстати, грубее. Хотя смотрится, что они блестящие, и все. Но смотрите, вот объем. Они какие-то толстые. Вот рукой поправили, и у вас объем. Все. Вот это заслуга вот этого диди-спрея. Сразу все свои любимки. Вот он у нас с вами диди-спрей для волос. Нравится, слушайте, нравится. Пока буду пользоваться. И вот она термозащита. Не знаю, пока ничего не могу про нее сказать. Вроде как ничего. Я сейчас вот именно два эти средства пополам, грубо говоря, распылила на волосы, когда укладывалась. Еще давным-давно девчонки писали, что смягчающий эликсир для бороды Barber Lab действительно смягчает волосы. И прям девочкам многим очень нравится. Артикул 2641. Я как раз его по распродаже по срокам годности взяла и решила потестировать. В предыдущий раз, когда укладывалась, смягчает. Да, действительно смягчает. Волосы безумно мягкие, как пушок новорожденного. Но не убирает пушистость. То есть, если, опять же, у вас волосы пористые, если они у вас поврежденные, как у меня, допустим, да, они будут пушиться. Они безумно мягкие, но будут пушиться. Если вы пушистостью не страдаете, вам просто нужно смягчить волосы. Вообще вещь классная. Прям да, для смягчения, да, реально. Очень нравится масло Эльсеф, наношу на кончики, но сейчас вот ничего не наносила, кроме Faberlic. Очень нравится, иногда наношу обильно, прям обильно, и даже после сушки прочесываю расческой, потому что действительно увлажняет. Все классно, вот это масло прям нравится очень Эльсеф. Безумно нравится уже второй у меня флакончик «Золотой шелк».
Это мультифункциональное масло эликсир. Очень классное. Оно густое, оно классное, оно маленькое, но у него расход маленький тоже. Я Ксюше его применяю. Брала уже, ну, давно, относительно давно, на аптеку.ру, там оно дешевле всего. И очень нравится вот это средство Алин 15 в одном. Тоже классно восстанавливает волосики. Ну, как восстанавливать? На время, да, до следующей помывки. Сглаживает, убирает тоже пушистость, есть и волосы поврежденные, пористые тоже очень хорошо подходит. Так что вот такие средства у меня пока в использовании. Еще девчонки советовали из этой серии разглаживающий крем. Я его, кстати, заказала, будем с вами вместе тестировать. Фаберлик, я имею в виду. Сказали, что прям пушистость убирает, ну ура. А я его, по-моему, не брала, так и не тестировала. По крайней мере, если брала, найти у себя не смогла. Дадим ему второй шанс, либо первый, не знаю, придет и обязательно покажу. Ну и на этом влог буду заканчивать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.